Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан в ноябре текущего года на пунктах пропуска Ярак-Казмоляр, Тагиркент-Казмоляр, ЖД-станция Дербент и СВХ-Виадук проконтролирован ввоз выше 279 тысяч тонн растениеводческой продукции из Ирана и Турции. Под карантинной продукцией весом 2900 тонн выявлены 6 видов карантинных вредных объектов. Западный цветочный трипс, средиземноморская плодовая муха, восточная плодорожка, южноамериканская томатная моль, многоядная муха, горбатка и повелика. По результатам документальных проверок, сопроводительных документов должностными лицами управления в 35 случаях выявлены нарушения. В целях защиты территории страны от заноса и распространения опасных карантинных вредных объектов подкарантинная продукция возвращена в страны экспорта. В 15 случаях проведено обеззараживание подкарантинной продукции. В ходе проведения мониторинга ввезенной в Россию плодово-овощной продукции было отобрано 16 образцов проб и направлено на исследование в Ставропольский СОКС на содержание остаточных количеств пестицидов. Выявлено 4 превышения максимально допустимых уровней лямбоциклотрина, циперметрина, имазолина, прохлораза в яблоках и апельсинах из Исламской Республики Иран. В управление поступило около 1,5 заявок в информационных системах «Мой экспорт» и РЭЦ на получение фитосанитарных сертификатов. В 59 случаях было отказано в их выдаче по причине несоответствия полноты и достоверности сведений.